Своим 23-летним правлением Путин достал всех. Он уничтожил в России все. Политические оппоненты, кто убит, кто в эмиграции, кто сидит в тюрьме. Альтернативное Кремлю мнение, особенно после начала войны против Украины, уничтожено. Сейчас Путин добивает собственную армию. Он для России это поражение. Избавиться от диктатора – это спасти будущее страны, а не наоборот, как говорит кремлевская пропаганда. Россия без Путина еще не жизнеспособна. Возникает вопрос, сколько российские элиты готовы терпеть прихоти Путина? Вообще готовы ли они к смене власти в Кремле? Может ли быть в России жизнь без Путина? Российские элиты оказались на распутье. Они не понимают, как поступать дальше. Идти до последнего с Путиным или отколоться от него и прибиться на сторону света. Пока что никто из окружения диктатора не отваживается на отчаянный шаг. Исходя из того, что их активы и их деньги и их предприятия находятся на территории России, они не могут восставать, потому что они лишатся этой собственности. Путем уголовного преследования, путем, ну, скажем, применения к ним политико-правовых механизмов, именно использования правоохранительных органов, с последующей очень быстрой конфискацией через суд всего того, что им принадлежит. И, соответственно, пока те олигархи, которые находятся на территории Российской Федерации, именно, которые находятся на территории Российской Федерации, они не высказываются. И у нас нет оснований говорить о том, что, скажем, они пытаются предпринимать какие-то действия, связанные с изменением политического режима в России, либо смещением политической власти. Выводы американских аналитиков неутешительны для тех россиян, которые мечтают о скором и чудесном избавлении их страны от четвертьвековой авторитарной власти Путина. Диктатор пока что способен сохранять власть. Объяснений этому несколько. Во-первых, в России нет альтернативы Путину. И здесь можно согласиться с бредом спикера Госдумы. Не нефть и газ – наше преимущество, как вы видите. И нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. В России нет центра притяжения, поводыря, вокруг которого могли бы объединиться недовольные как граждане, так и элиты. Именно поэтому правящие элиты не могут идти вразрез политики Кремля и отказаться от диктатора. В России нет той силы, которую можно было профинансировать, проспонсировать, ну хотя бы это чисто теоретически со стороны какого-то там, не знаю, какого-то олигарха российского. Такой силы нету. Поэтому все, что в Российской Федерации может произойти, это может произойти вот так, да, вот с какого-то там маломальски значимого события закрутилась волна, восстали люди, и на этой волне кто-то, какой-то там молодой политик, новый или там старый новый, сможет эту волну оседлать и как серфер на ней въехать в администрацию президента Российской Федерации, на должность президента, не знаю, или там вообще упразднить президентскую должность, выехать просто во власть. В России всегда существовала борьба элит. Путин разбит арбитром между ними. Война против Украины усугубила разногласия. Расколы в элитах стали более заметными. Чего стоят высказывания только основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который критикует уже не только военные усилия Кремля. Он выдал яркий пассаж о счастливом дедушке. Именно дедушкой уже много лет в российских элитах называют Путина. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Однако даже такие высказывания Пригожина напрямую не говорят о том, что элиты Кремля глобально зашатались. В той или иной мере Путин держит все под контролем. Он сохранил кормушку для каждой из групп влияния, и они это ценят. Такие разговоры идут у них, но они идут все только в гостиных и только между собой, маленькими группками, потому что боятся, что
там будет кто-то внедренный ФСБшник или сотрудник Федеральной службы охраны, он запишет разговор, передаст куда нужно, и у людей будут проблемы не только с бизнесом, но и по жизни вообще. И вот эти вот выбросы информации, помните переговоры Пригожин, который Йося, муж Валерии, с олигархом, где они там критикуют 30 минут, просто рассказывают, какие все конченые в Кремле. Я уверен, что это было сделано российскими элитами, ФСБшниками. Окей, давайте. Что это было сделано российскими спецслужбами? Мы не знаем, то военная разведка, политическая разведка или ФСБ, для того, чтобы упредить в дальнейшем подобные разговоры. То есть вот сейчас туда записали, показали, это должно сработать как такая, знаете, как острастка, да, там, ой, не, мы же не будем разговаривать. Не-не-не, ты что, там того записали, у них такие проблемы были, буду молчать. То есть это больше такое на упреждение, запугивание. Российские элиты осознают, что любая попытка бросить вызов Путину чревата для них. Поэтому они предпочитают оставаться лояльными, даже если эти привилегии сокращаются. Как бы российские элиты не уставали от Путина, для них намного страшнее может показаться определенная неопределенность, что будет дальше и какое будущее их ждет. С Путиным хотя бы все понятно. Их ждет военное поражение, их ждет трибунал в Гааге, и как бы здесь все более или менее понятно. Плохо, но хотя бы понятно. А вот что будет, если Путина устранить, здесь большой вопрос. И как себя проявят те или иные так называемые российские элиты, здесь достаточно сложный вопрос, на который пока нет ответа ни у кого. Я думаю, что мы все-таки должны быть заинтересованы в том, чтобы вооруженные силы Украины освободили от расистов территорию Украины, и тогда уже внутри российские элиты сами разберутся, как разбираться с Путиным. А что низы? Народ зазомбирован пропагандой. Многие россияне воспринимают только кремлевскую версию войны в Украине. В некоторых случаях в среде военных блогеров раздаются голоса, критикующие военные действия. Однако эти критические голоса отводят вину от самого Путина. Что для нас будет победа на самом деле? Это самый важный вопрос, я предполагаю, в этом году. И что мы вообще предполагаем под победой? Это чистая правда. Вот. И этот вопрос, на самом деле, нам самим надо задать прежде всего. Российское общество находится в парадигме одного мышления, которое формируется в Кремле. Альтернативных СМИ там нет, альтернативных, ну, допустим, политических сил там нет, институций общественного характера, либо там стихийного, милитарного характера, которые бы работали непосредственно на территории Российской Федерации с оппозицией, условной оппозицией, электоральной оппозицией по отношению к Путину, их просто нет. Поэтому, ну, знаете, люди цепляются за возможность, потому что может произойти случай, да, вот случай поражения российской армии на территории Украины, которая обернет вспять российские войска, ну, непосредственно военное командование, или, допустим, на какой-то переворот в России, который произойдет по стечению обстоятельств. Снижение уровня жизни и экономических возможностей не приводит россиян к мысли о необходимости смены Путина. Большинство россиян не видели комфортной жизни, им не с чем сравнивать. Пока они в большинстве своем ничего не потеряли, но это пока. Денег уже меньше стало на медицину, меньше стало на инфраструктурные проекты. Сейчас уже, мы же даже тоже с вами об этом говорили, что хотят переложить ответственность за ведение войны, за финансирование на бизнес, на российский. 300 миллиардов рублей с них хотят взять налогов. Пытаются организовать волонтерские движения, да, чтобы народ тоже подключался, финансировал армию. То есть это говорит о том, что денег не хватает. Только начнутся проблемы с деньгами, с выплатами, с финансированием выпуска военной техники, выплаты заработной платы тем, кто воюет. Вот тогда действительно это все и вот схлопнется окончательно. Стоит отметить, что вторжение в Украину ускорило отъезд наиболее политически активных россиян. Тех, кто, возможно, был готов бросить вызов режиму. Около 200 тысяч россиян покинули страну сразу в феврале-марте прошлого года, а после объявления Путиным частичной мобилизации еще до миллиона человек.
Поэтому вероятность любого восстания против Кремля на данный момент маловероятна. Общественность сплотилась не столько в поддержку войны, сколько за свою страну, которая находится в состоянии войны. При этом россияне стараются закрывать глаза на причины и источник этой войны. Хотя в России есть и противники войны. Они представляют собой смесь противоречивых взглядов и эмоций относительно войны. Гнев в адрес власти, развязавшей бойню, сочувствие и стыд перед украинцами, отчаяние из-за невозможности остановить кровопролитие. И таких людей в России не меньше 30 миллионов человек. Это показывают исследования проекта «Хроники». Для того, чтобы они поддержали волну протестов против диктатора, нужны две вещи. Пламя недовольства и поводырь. В России нет современного Моисея, за которым пошли бы массы. Моисей не просто так водил 40 лет евреев по пустыне, он водил их 40 лет для того, чтобы умерли все те, кто родились в рабстве, и чтобы это абсолютно новое еврейское поколение обрело истинную свободу. Я думаю, что с россиянами подобная же история будет, и им очень долгий путь их ждет к настоящей демократии. Но это можно ускорить путем как раз активизации национальных движений на уровне так называемых субъектов федерации. То есть, чтобы национальные республики возобновили собственный суверенитет, строили собственную идентичность и понимали, что и чем, и как бурят отличается от москвича. И что бурят точно не хуже москвича, а в очень большом ряде параметров намного лучше москвича. Главной проблемой российской оппозиции, считают эксперты, является отсутствие видения своей роли в текущем политическом процессе. И речь не о единстве оппозиции, а именно о лидерстве оппозиционных политиков. За полтора года войны лидеры оппозиционно настроенных россиян не выдвинули никакого вменяемого плана действий, который был бы поддержан большинством активных эмигрантов и хотя бы частью граждан внутри страны. Ничего толком пока не предлагают и потенциальным партнерам. Прежде всего, правительствам стран Запада. Нет конкретного видения того, чем российская оппозиция может быть полезной в противостоянии с режимом Путина. Мы часто говорим о вот этих оппозиционерах за границей, да? Где они вещают? За границей. С кем они ведут диалог? С какими гражданами Российской Федерации они ведут диалог? Для того, чтобы работать с электоратом или работать с революционной какой-то, каким-то большинством или активным меньшинством, нужно находиться на территории, где это меньшинство или большинство живет. А рисовать картину будущего, того, каким образом видятся выборы, изменение демократических институций, смена руководства правоохранительных органов, миролюбивая политика по отношению к соседям и так дальше и тому подобное, ну, как бы, это рисовать воздушные замки, ну, российскому обществу, которое тебя не видит и не слышит. Оппозиционеры должны дать ответ на ключевые вопросы. Во-первых, выработать стратегию своего участия в международной борьбе с режимом Путина. Этим создадут алгоритм, каким образом россияне могут эффективно помочь в прекращении путинской войны. Таким образом, оппозиция сможет привлечь на свою сторону не только антивоенно настроенных россиян, но и колеблющихся. Ведь задача — оторвать от Путина хотя бы часть поддерживающих его граждан. Элиты и общество не представляют, что их ждет после Путина. Страх неизвестности побуждает россиян делать очевидный выбор – в пользу Путина. Людям нужны четкие ответы, что будет потом. В информационном поле у них тотальная диктатура, и только одна позиция может выпячиваться. То есть это только позиция поддержки войны, отправки сыновей, мужей, детей на убой, героика войны и так далее. Если вдруг российская элита или так называемая элита или российские пропагандисты начнут говорить о том, что а вдруг может быть как-то иначе, то это запустит как раз центробежные процессы в регионах и еще быстрее сметет путинскую власть. Поэтому ясное дело, что на центральном уровне
российская пропаганда не будет допускать подобной разъяснительной или просветительской работы. Нынешние сторонники Путина хотят услышать, какое будущее их ждет. Могут ли они рассчитывать, что в случае их перехода на другую сторону им не надо будет опасаться за свою жизнь и благополучие? Чего ждать от оппозиции участникам войны, мобилизованным и добровольцам? Новая власть будет считать их ветеранами или убийцами украинцев? Тихановская, если проводить параллели с Беларусью, да, она вот свою политическую карьеру осуществляет на территории других стран. Но и ожидает, когда политический режим сменится, и она сможет вернуться, ей не будет ничего угрожать, и возглавить условно-демократические тенденции, которые существуют в обществе. Но россияне, которые находятся за границей, рассчитывают примерно на то же самое, что Путин исчезнет каким-то образом. Вот Путин и его режим. Вот куда-то они испепелятся, истребляться в силу непонятных причин, ну, причинно-следственных связей, и тогда у них появится возможность. И тогда они обществу скажут: смотрите, Навальный расследовал там 10 лет коррупцию, он достоин. Пономарев уехал еще до аннексии, до активной фазы войны, и тоже организовывал разного рода мероприятия, он тоже достоин. Ходорковский, жертва режима, человек, бизнесмен, знает, как строить экономику, он тоже достоин. Выбирайте нас. Еще немаловажный аспект касается послевоенного урегулирования. Российские элиты должны услышать от лидеров оппозиции, каким будет завершение войны. Как будут выплачиваться репарации украинцам? Какой будет армия России и ее численность? Что будет с ядерным оружием? Как будут налаживать отношения с Западом, снятие санкций? Это далеко не полный перечень. Но без четкого ответа на каждый из них вряд ли можно ожидать большой поддержки оппозиции россиянами и ухода от Путина и его сторонников. Вся история так называемой Российской Федерации, Российской империи, российского государства говорит о том, что единственное, что не прощают царю, это поражение. И все революции, бунты, опричнина, они начинались как раз после военных поражений. Поэтому ключевая составляющая здесь военное поражение Российской Федерации. Они должны проиграть войну, и каждый россиянин должен понять, что Путин войну проиграл. И проиграл ее украинской армии. Этого они, конечно же, Путину не простят, и именно с этого момента начнется настоящий развал России. Сегодня против Путина активно борется Украина и ее западные союзники. Чтобы встать в один ряд с ними, российским элитам необходимо представлять из себя силу, с которой может вести диалог как Киев, так и западные страны. Российские элиты не против поддержать реальное антипутинское движение. Они устали от шизофрении диктатора. Россия крайне нуждается в политиках, способных уловить запрос на новые решения. Новой России нужен поводырь. Пока что российское общество созревает до жизни без Путина. Ему еще нужно время, чтобы осмыслить, какой может быть жизнь после диктатора. Но время это быстро истекает.